Дмитрий Чеканов 3 года назад сделал крутой поворот в своей жизни. Уехал из города ради сельских красот. Спустя время признается, ни о чем не жалеет. Работает в хозяйстве «Рассвет» садоводом. Должность сладкая во всех смыслах. Собирает яблоки, черешню, вишню. Настал черед и арбузов. Трудится по 8 часов в день. Коллектив нравится, начальство нравится, нравится отношения. И в коллективе, и начальство коллективу. Здесь все понимают друг друга. Полным ходом в хозяйстве идут работы. С 5 гектаров собрали больше 40 тонн, практически половина от плана. Бахчевые здесь выращивают 2-й год подряд. Результатами довольны. В мае высадили около 30 тысяч присадок. Семена турецкие. Средний вес рассветовского арбуза 7-8 килограмм. Самого крупного 12. На складе полосатые ягоды не залеживаются. Сразу после сборов отправляются на прилавки магазинов. Арбузы можно приобрести на рынках Бобруйска и Могилева. Есть они и в столице. 99 копеек цена килограмма в рознице. Для сравнения, другие бахчевые обойдутся от 1 до 1,5 рублей. Формула богатого урожая – специальное оборудование, плюс благоприятные погодные условия. И, конечно, огромный человеческий труд. В прошлом году мы закупили необходимую технику для посадки арбузов. И спонтбонд укрытия, специальный агрегат. И посадочная машина, рассадопосадочная машина, потому что мы рассаду выращиваем в теплицах, а сюда уже высаживаем рассадой. СПК «Рассвет» крупнейший в области, численность около 900 человек. Выращивают хлеб, черную смородину, в теплицах огурцы и томаты, в открытый грунт капусту, лук, сахарную свеклу и картофель. В 2020-м посадили грецкий орех на площади в 9 гектаров. Первый урожай планируют увидеть через 4 года. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.